Верхний Дюденский водопад. Очень легко достижим на автобусе из Анталии. И очень красивый. Хотя немного неприродный. Из-за большого количества каких-то кафе, магазинов рядом. Но тем не менее. При приближении к водопаду очень много брызг. Но погода жаркая, и это только приятно. Охлаждает и освежает. Верхний Дюденский водопад с нижней точки. Можно смотреть его сверху и можно спуститься вниз. Левая часть более полноводная и широкая, но и правая часть достаточно интересна. Находимся прямо за водопадом, в пещере. Много отдыха перед водопадом. Очень прохладно и освежающе. Цветущие мыши около Дюденского водопада. Днем не спят, в огромный клубок сбились и сидят. Верхний Дюденский водопад из пещеры. И из пещеры. Находимся в пещере прямо за водопадом. Очень мощная сила воды. Нижний каскад Верхнедюденского водопада. Уже река уходит вниз. Такое стремительное течение.